Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор столика. Здесь себя представляет съемную панель для монитора эхолота и пластиковый стакан для спиннинга. Столик у нас оснащен системой крепления LegPass, которая устанавливается на электрод и может передвигаться вдоль борта лодки. Как вы видите, на данной лодке столик устанавливается немножко под углом. Это не наш недочет, просто у всех лодок электрод устанавливается на разную высоту, разной длины. И, допустим, на такие лодки, как Hunter, Flink и еще несколько моделей, он устанавливается и стоит совершенно ровно. Вот здесь он немножко под углом. Вот, мы думали, как можно избежать такой ситуации. Вот, и нашли один достаточно простой выход. Это крепеж для передвижных сидений. Вот. Чтобы у нас столик стал ровно, нам нужно зафиксировать данное крепление на обратной стороне столика, и тогда наш столик будет стоять ровно. Сейчас посмотрим, как это сделать. Времени это много не займет. Берем шуруповерт, отвертку, пару саморезов. Просто прикручиваем данный крепеж, после чего наш столик стоит совершенно ровно и также свободно передвигается по электросу вашей лодки. Столик выполнен из влагостойкой фанеры с пропиткой акватекса. Столик выполнен из влагостойкой фанеры, который не боится влаги, и столик прослужит вам долгое время. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем!